Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я рада приветствовать вас на канале «Будни Петунчика». Сегодня я бы хотела с вами поговорить о таком замечательном растении, как тарыния. Тарыню можно использовать в качестве горшечного озеленения в саду, то есть она может стать прекрасным аналогом петунии, к примеру, и ее можно также использовать как комнатное растение. Сегодня мы поговорим с вами о том, как вырастить ее из семян, а также займемся ее пикировкой. Питательный и рыхлый грунт необходимо слегка утрамбовать и смочить. Мелкие дрожжированные семена тарынии аккуратно располагаю спичкой по поверхности субстрата. Далее слегка смачиваю семена и надавливаю спичкой на них, чтобы разрушить глазурь семени. Для прорастания семян необходима температура около 25 градусов Цельсия и хорошая влажность, которая создается парничком. Сеянцам около месяца и настала пора заняться их пикировкой. Посмотрите, какая замечательная корневая система наросла у моих сеянцев. Друзья, зацвела тарыния. Такой вот колокольчик, маленький росточек. Срочно нужно пересаживать. Посмотрите, какая корневая уже сумасшедшая. Буду пересаживать и, наверное, прищипывать.